Пушкинский день России, несмотря на небольшой дождь, продолжается сейчас. Люди идут к театру, оперы и балета, даже не заходя домой после работы. В Доме дружбы народов праздник уже отметили, наградив преподавателей и победителей конкурсов на знания великого могучего. Все не переживают, что родная речь засоряется. Задача задач – очистить ее от ненужного ссора. С чистого листа. Сегодня в Доме дружбы, в целом Республике Татарстан, большой праздник, день русского языка, день великого Пушкина.